нас Волга Лайф. Сегодня знаменательное событие. Сегодня началось строительство нового моста. Здесь у нас локальные очистные. Говном воняет очень сильно. Прям конкретно. Вот здесь будет церковь. Ну, как бы без слов можно это комментировать. Вот. И все вот это расчищают. То есть еще позавчера, то есть начали работу вчера. Позавчера здесь стояли огромные заросли всяких диких деревьев, кустарников. И сейчас вот это все, видимо, пока холодно, пока земля заросшая, потому что здесь болото. Все это сейчас полностью выкосят. И вот за два дня очень много выкосили, прям огромную длину всех вот этих зарослей. И, наверное, будут сейчас вот эти линии высоковольтные переносить. И все это песком засыпать, потому что здесь подсыпка нужна огромной высоты. То есть вот видите, как железная дорога, а мост автомобильный будет не ниже. Точно. Здесь целый штаб мостотряда, похоже, будет. Потому что смотрите, какой домик уже поставили. И все это делают. Вот как с той стороны это будет благоустроено, пока непонятно. Потому что здесь высоковольтка, гаражи и вот эти вот постройки. Охрана моста, жилые дома. Пока непонятно все это дело. А здесь просто голый участок. И вот здесь разворачивается грандиозное строительство. То есть уже выход к реке. Трубы какие-то. И все начинают вырубать и отсыпать. И вот она, Волга Лайф. То есть ребятам будет здесь очень весело жить. Хотели все мост. И здесь будет теперь очень шумно. Пойдет поток транспорта. Развязки здесь никакой не будет. И все это будет, весь шум, вся гарь, все это будет прямо в окна отдавать. Вот такая панорама. И здесь промзона тоже. Красивый панорамный ракурс Волга Лайф, который я еще не снимал никогда. Посмотрите, насколько авангардно, экстравагантно, непонятно выглядит расцветка домов. Веселенько, да, на фоне леса и на фоне Волги. Первые дома уже там немножечко обшарпанные. То есть году дому 2 или 3 года уже там начинает осыпаться все. Решили прогуляться по территории, показать, как люди живут, как тут все заставлено машинами. Это сейчас будний день. В районе часу дня идет поток. Такая у нас толщина тут снега. Сантиметров 15. И вот кому-то повезло. Вот один участочек к одному подъезду почистили. Все остальное везде там завалено снегом. Вообще жесть. Как тут люди паркуются. Там горы снега грязного, которые должны были возить на снегоплавильный комбинат. А он здесь вот лежит. Но так более-менее чисто. Но снегопадов уже очень давно не было. Куча домов. Вот эти все дома, он уже свет горит. То есть уже заселяются. Осталось только два дома несданных. В первую очередь. И вот сразу же лес и восковольтка. На самом деле место-то прикольное, потому что лес красиво, но вот этажность, количество квартир, а здесь очень много именно маленьких квартир и студий. Здесь будет очень много народу жить. Станция Дорошиха. И все кусты вдоль будущей трассы уже вырезают. Этот домик жилой, там еще до сих пор живут люди. А вот здесь вот были дачи, уже их, ну какие дачи, самозахваты, их уже практически разобрали. И идет вырубка. Вот это все полностью, я так понимаю, срубят. И здесь будут раскатывать дорогу. Отличная подъездная дорога. И вот уже привезли бытовку. Трубы водоотводные уже копают. То есть со дня на день мы будем видеть прогресс, изменение территории, ее терраформирование.